Скорость километров в час, гору тащится КамАЗ. Мы сидим, ржем с водилой, боже, что я здесь забыла. За спиной закат погас, до рассвета еще час. И того три часа ночи я въезжаю в Красноярск. До вокзала на такси ничего не попросил. По-любому денег нет, он то есть бутерброд с котлетой. Значит, будем жить пока, нам заначка так сладка. Только вынимает души этот взгляд из-под ларька. Здравствуй, сестра, я как и ты здесь никому не нужна. Просто северный ветер погнал меня дальше. Если спросят, я так много бы могла рассказать. Но нельзя, я всегда должна улыбаться. Задыхаются коты от трех цветов красоты. Точно при таком фасоне королева на районе. Видно зверь-аристократ и такой зеленый взгляд. Не хватает лишь лорнеточу, мне хлеб, тебе котлету. Здравствуй, сестра, я без пяти минут на тех же правах. Впрочем, ты здесь своя, мне до дома далеко. Как сказать все, что не просто объяснить на словах. То, что с первого взгляда кажется легким. Две подранных души, жуй спокойно, не спеши. Знаю, кто-то смотрит в спину, пусть попробует от нему. Был бы тормоз, был бы чай, что счастливо не скучай. Туман, ветер гонит в горы, здравствуй, утро, здравствуй, город. Здравствуй, сестра, я как и ты, цепивший жизнь буду жить. А тем, кто метит нам спины, давно пора популистам. Этот воздух режет легкие, будто ножи. Вот еще одна история из жизни артиста. Спасибо. Вот, кстати, сейчас еще я пела эту песню и подумала, вот эта строчка «Скорость километров в час, город тащится КамАЗ». Ребята, как же отделали трассу перед Красноярском? Там хайвей, блин.